Нефть сейчас находится в боковике. И мы ожидаем, что сегодня, так же как и вчера, нефть проторгуется в коридоре от 48,5 до 49,5. Но также возможны локальные попытки опять взять уровень в $50 за баррель. Фондовые индексы в России открылись сегодня утром в небольшом плюсе, чему способствовал ряд выходящих позитивных корпоративных отчетностей. Валютные курсы. По доллару мы сегодня ожидаем чуть более широкий коридор от 64,5 до 66 рублей за доллар. По евро мы ожидаем также широкий коридор в 72-73,5 рубля за евро. Удачных торгов!